If the caves are my guts, this must be the place where the stones are first formed. The bacteria phosphoresce and rise, singing through the tunnels. Everything here is bound by the rise and fall, like a tide. Perhaps the whole island is actually underwater. Да, извините, ребят, что кое-где лагает. Он повторяет фразы по несколько раз. Главное, чтобы игра не вылетела. Ну, давайте пойдемте вот сюда, направо, посмотрим, что здесь. Тут везде, конечно. Лепота. Ведь, наверное, на самом деле где-то есть вот такие вот места. Пещеры. С внутренней, как бы. Считайте, подземная речка. Просто подземная река. Я, наверное, сейчас нырну, он опять будет тонуть. Наш главный герой. Ну, не будешь? Давай, выбирайся на берег. Молодец. Я, конечно, не знаю. Пойдемте, наверное, сюда. Куда? Разработчики хотят, чтобы мы пошли. Надо мне такую будет скачать где-нибудь саундтрек к этой игре и включить себе для успокоения. Пожалуйста, не надо лагать. Опять проседает FPS. Вообще, конечно, жутко. Мне куда-то сюда, что ли, надо? Я даже не знаю. Все? На этом все закончилось, наверное, да, у нас? Вся наша прогулка. Если я вот здесь вот пройду, с этой стороны, то что-нибудь будет? Или нет? Интересно, интересно. Ну ладно. Давайте вернемся. Я перейду на другую сторону. Мы пойдем с вами налево тогда, посмотрим. Сможем ли мы там пройти куда-нибудь. Ну, нам бы, конечно, из пещер бы выбраться. Тут, конечно, прекрасно все. Так, это... Эстетика. Красота природы, все такое, но все-таки как бы на... Свежий воздух и тоже хочется. О, нам, наверное, наверх. Ну, больше некуда. Да, этот летсплей такой у меня не особо многословный, потому что здесь, в общем-то, особо комментировать нечего. Я бы даже сказала, как бы игра не нуждается особо в комментариях. Даже вообще, можно сказать, не нуждается, потому что здесь нужно просто лишь ходить, любоваться вот этими прекрасными видами и стараться понять, что же до нас хочет донести главный герой. Ух ты, ё-моё, посмотрите, ребят. Такое ощущение, что... Так, нам, похоже, вот туда наверх нужно... Да, давайте мы вот сейчас сходим с вами. Я посмотрю, что здесь у нас. Такое ощущение, что... This cannot be the shaft they threw the goats into. It cannot be the landfill where the parts of your life that would not burn ended up. It cannot be the chimney that delivered you to the skies. It cannot be the place where you rained back down again to fertilize the soil and make small flowers. Такое ощущение, что там вот были кусочки алмазов. Ну, похоже было. Ух ты, что тут написано?
She-Hold Damascus Faken. Я не знаю, что такое Faken, ребят. Она держит дамаски и что-то такое. Кинжал, не знаю. Ух ты, ё-моё. Что, мне кажется, мы не туда пошли. Ну ладно. Все прям зарисовано чем-то. Дамаскус. Дамасский. Причем здесь дамаски, но... Ладно. Наверное, это что-то значит здесь. А... Прочь от бытия бины. Я не понимаю вот последнее слово, к сожалению. Вообще не понимаю, что это. Эки. Эки, не знаю, что такое по-английски. В общем, прочь от какого-то состояния. Да, народ. И какой-то скал. Я не знаю, что такое скал. Я первый раз сталкиваюсь, чтобы я что-то не могла так перевести. Да. Вот это вот слово Furious, скорее всего. Хип. Если это хип, последнее слово. Ну, хип это, по-моему... А, нет. Я не знаю. Не знаю, как перевести, вот честно. Вы уж меня простите. Не могу я все, к сожалению, знать. Не могу. Ну ладно, раз мы уж выбрали этот путь, пойдемте сюда. Возможно, куда-то то он нас и приведет. Может, сейчас там эти два пути соединятся. Просто был покороче путь, а этот подлиннее. Ну или наоборот. Здесь у нас какое-то озеро, что ли? А, главное не помереть тут. Ну, давай, поплыли. Давай воздуха глотнем. Ух ты, еще водопады. Еще народ, водопады. И опять проседание FPS. Да что же это такое? Ух, ё-моё. Мне что, сюда прыгать? А точно стоит? Ну, давайте. А, я, наверное, умерла, да? Ёлы-палы. Вот она, наверное, эта авария, да, ребят? Да, точно, смотрите-ка, это... он вспоминает, вернее, все это к нему приходит в образах. Не-не-не-не-не-не-не-не, не умирай, пожалуйста, давай плыви наверх. Или это новая глава, я даже не знаю. Блин, что это? Ребят, я не поняла, что это произошло, но это... Судя по всему... мы увидели, как бы, сам день трагедии. То, что произошло, в котором погибла жена нашего главного героя. Авария. Ну, автомобильная. Он, видимо, очень сильно любил эту женщину. Раз он сюда отправился один, можно сказать, отшельником здесь жить. Ну хорошо, пойдемте. Я так думаю, что сейчас мы... Да, точно. Новая глава. По-моему, она последняя. Посмотрим. Посмотрим. Мы сейчас, я так думаю, выберемся на какой-нибудь берег, точно.
Мы прошли пещеру, ребят. Это здорово. Это он тут свечки расставил. Ну да. Похоже. Похоже. О, уже ночь. Какая луна, ребят. И нам, я думаю, надо идти по свечкам. Хотя не знаю, не уверена. I sat here and watched two jets carve parallel white lines into the sky. They charted their course, and I followed them for 21 minutes until they turned off near Sanford and were lost. If I were a gull, I would abandon my nest and join them. I would starve my brain of oxygen and suffer delusions of transcendence. I would tear the bottom from my boat and sail across the motorways until I reached this island once again. Сейчас, если нам дадут возможность, я, пожалуй, спущусь вниз и посмотрю, что там. Мне, честно говоря, просто даже интересно стало. Хотя не знаю, дадут ли мне шанс. Может, сейчас дорога нас поведет куда-нибудь на верхотуры. Хотя нет, по-моему, она спускается. I returned home with a pocket full of stolen ash. Half of it fell out of my coat and vanished into the car's upholstery. But the rest I carefully stowed away in a box I kept in a drawer by the side of my bed. It was never intended as a meaningful act, but over the years it became a kind of talisman. I'd sit still, quite still for hours, just holding the diminishing powder in my palm and noting its smoothness. In time we will all be worn down into granules, да, washed into the sea and dispersed. Здесь напоминает о трагедии, которая произошла с главным героем, вернее, с его женой. Я так понимаю, этим медицинским прибором ее, ну, электрошок, или как он называется, ребят, я, к сожалению, не знаю всех этих терминов. Ее приводили в сознание, пытались спасти ее, ну и эти окровавленные скальпели, ножницы, медицинские, хирургические приборы. Все в таком аллегоричном виде представлено, на самом деле. Не всегда можно понять, что именно хочет сказать главный герой. Ну, туда мы еще с вами, ребят, пойдем. Давайте пройдемся вот по этому берегу. Куда нам торопиться? Мы же все-таки успокаиваем нервы. Хочу пройтись вот к тому мостику, который там был, если есть такая возможность. Ой, да. Маяк там все горит. Грот. А, вот оттуда сверху мы вышли. Сейчас идем по низу. Хорошо. Что ж. Какие-то символы на скалах нарисованы. Интересно, это он их рисовал там? Или нет? Угу, тут мы уже не пройдем, я так понимаю. Ну хорошо. Давайте сходим вот сюда. Здесь, по-моему, мы не были. А, нет, наоборот, мы оттуда, наверное, вышли. Я уже путаюсь, ребят. Вы меня простите. Пойдемте сюда. Ну, какого фига опять был 5 FPS? Нехорошо. Это мне вообще напоминает электрическую схему. Помню, по физике мы такие рисовали. На курсе втором. Да и в школе тоже. Ну что ж, давай. Я даже не знаю, как тебя зовут. А как-то называть тебя
каким-нибудь веселым именем, даже язык не поворачивается, вроде игра-то серьезная. Здесь, наверное, тоже что-то лежит у нас. Или тут просто свечка? Ну, просто свечка. Ну ладно, мы просто сходили к свечке. Разбитые лодки. Пустынный остров. Я так понимаю, мы вообще здесь одни. Тут никого нету. Вообще никого нету. Хорошо, давайте тогда мы будем двигаться дальше, вон в ту сторону, обходить его с другой стороны. Судя по всему, мы его... наша цель куда-то это... вернее, сделать полный круг здесь. Но все равно мне кажется, что все это действие происходит, скорее всего, в мыслях главного героя. Может быть, он пишет книгу, где излагает свои... идеи, мысли и вообще какие-то переживания, воспоминания. Просто в таком довольно аллегоричном виде. Не, красиво. Не устаю это повторять. Очень красиво. О, фотография. Треснутая причем, ребят. Наверное, его жена. Скорее всего. Он тут на этом острове все обустроил себе. Как... видите, маленький алтарь сделал. Все расставил так, чтобы ему что-то все, ну, предметы, которые тут есть, напоминали о... той трагедии, хотя зачем себе напоминать об этом, когда ты и так об этом помнишь постоянно и постоянно об этом думаешь. Но опять же таки, я, наверное, что-то не понимаю здесь. Ага, вот она. Колеса, наверное, от той вот машины, на которой она разбилась. И вообще части самой машины, дверь. Выхлопная труба. Простите, ребят. Выхлопная труба там, скорее всего, была. Я, правда, в машинах плохо разбираюсь. Ну. А, вот она что. There were chemical diagrams on the posters on the walls on the waiting room. It seemed appropriate at the time. Still life abstractions of the processes, which had already begun to break down your nerves and your muscles in the next room. I crammed diazepam as I once crammed for chemistry examinations. I am revising my options for a long and happy life. Да ладно тебе, что ты падаешь-то? Давай мы не будем падать. Я просто хочу посмотреть эту надпись. Хотя, опять же таки, я ее не понимаю. Around him, вокруг него. Heaven, рай. Что-то про рай вокруг. Light. Свет из рая светил, освещал его. Ну, или светил вокруг его. Я поняла так. Что это именно такая надпись на скале. Ну, идем, я так понимаю, мы правильно. Потому что тут других ходов быть не может, мне кажется. Хотя вот там вот мы не были. Если тут, конечно, спуститься, не буду, пожалуй. Так вот к чему эти химические диаграммы. From here I can see my armada. I collected all the letters I'd ever meant to send to you. If I'd have ever made it to the mainland, but had instead collected at the bottom of my rucksack, and I spread them out along the lost beach. Then I took each and every one, and I folded them into boats. I folded you into the creases, and then, as the sun was setting, I set the fleet to sail. Shattered into 21 pieces,
I consigned you to the Atlantic, and I sat here until I'd watched all of you sink. Он осадан внезапно. Свет из рая посветил вокруг него. И он упал на землю. Гнездо. Причем с яйцами птичьими. У меня такое ощущение, что мы здесь уже были. Не, серьезно. Ну, ладно. Просто мы заходили с другой стороны, как бы. Теперь вот идем с этой. Понятно, то есть он был каким-то химиком, что ли, или врачом. Именно поэтому я везде тут встречала какие-то химические диаграммы. Нарисовки. Ну, ладно. В общем-то, я, наверное, понимаю эту историю поверхностно, но уже, наверное, повторюсь который раз, после трагедии, которая случилась с его женой, он приехал на этот остров, писал ей письма. Ну, видимо, то, что сейчас в монологах звучит, это его воспоминания. I will drag my leg behind me. I will drag it like a crumpled hatchback, tires blown and sparking across the dimming lights of my vision. I'm running out of painkillers, and I'm following the flicker of the moon home. When Paul keeled over dead on the road to Damascus, they restarted his heart with the jump leads from a crumpled hatchback. It took 21 attempts to convince it to wake up. И прошла немножко мимо. Да, все понятно. То есть они ехали в Дамаск, и там случилась вот эта вот трагедия. Причем вот этот вот Пол, видимо, был виноват в этом. И такое ощущение, что, ну, нетрезвый был. Поэтому из-за этой вот халатности, так скажем, из-за его состояния произошла авария, и жена вот этого нашего главного героя погибла. Ее пытались спасти, но тщетно, я так понимаю. Ну, судя по всему, возможно, я упустила какие-то детали, и здесь можно искать еще более глубокий смысл. I've begun my voyage in a paper boat without a bottom. I will fly to the moon in it. I've been folded along a crease in time, a weakness in the sheet of life. Now you've settled on the opposite side of the paper to me. You can see your traces in the ink that soaks through the fiber, the pulped vegetation. When we become waterlogged and the cage disintegrates, we will intermingle. When this paper aeroplane leaves the cliff edge and carves parallel vapor trails in the dark, we will come together. Да. Трагедия человека. Что поделать? И был двускам нету. Не понимаю последние слова. И был. И пришел рядом к Пейн. Пейн боль, а то, что сзади там написано. Пейн. Не понимаю, ребят, что написано. Прочитал, перевела бы, если бы смогла прочитать. Но не могу прочитать, к сожалению. Вообще, туда ли я иду? Такое ощущение, что нет. И не надо лагать, пожалуйста. If only Donnelly had experienced this, he would have realized he was his own shoreline, as am I. Just as I am becoming this island, so he became his syphilis, retreating into the burning synapses, the stones, the infection. Господи, народ, если вы кто-то может мне написать на английском, что тут написано, я переведу это, потому что я не понимаю вот просто, что написано. Не просто не знаю перевод слова, которое я вижу, я просто не понимаю, что это написано.
к сожалению. Хотя это, может быть, раскроет нам как-то больше рассказ нашего главного героя. Возможно. Это, наверное, он писал, что ли, тут все. Ну, просто больше некому. Я так понимаю, просто одни на этом острове, тут никого нету. Headlights reflected in these retinas. Too long in the tunnels of my island without a bottom. The sea creatures have risen to the surface, but the gulls are not here to carry them back to their nests. I've become fixed, open and staring, an eye turned on itself. I've become an infected leg whose tracking lines form a perfect map of the junctions of the M5. I will take the exit at mid-thigh and plummet to my Esther. Ой, господи. И он или оно пришло пройти это как будто совершить путешествие, не знаю куда. Ребята, извините, не могу прочитать, что написано на скалах. Непонятно написано. Кажись, мы почти добрались до маяка. Ну и, наверное, к финалу тоже данной игры. Возможно, я что-то здесь упустила и вообще не все увидела, отнюдь не все, что хотели нам показать разработчики. Но, во всяком случае, то, что я увидела, меня впечатлило. Причем с точки зрения, конечно, геймплея тут, в общем, геймплея, в принципе, никакого. Иди вперед и все. Но... I have dredged these waters for the bones of the hermit, for the traces of Donnelly, for any sign of Jakobsen's flock, for the empty bottle that would incriminate him. I have scoured this stretch of motorway 21 times, attempting to recreate his trajectory. The point when his heart stopped dead and all he saw was the moon over the Sanford Junction. He was not drunk, Esther. He was not drunk at all. And it was not his fault. It was the converging lines that doomed him. This is not a recorded natural condition. The gulls do not fly so low over the motorway and cause him to swerve. The paint scored away from his car in lines, like an infection, making directly for the heart. Продолжу свою мысль. Не сам геймплей, а именно то, как подается данная игра. Очень необычно, согласитесь, потому что я вот, честно говоря, ну, подобного рода игр как бы не видела. Возможно, есть, просто я о них не знаю. Где просто рассказывается в аллегорических каких-то формах, формах сравнений история о трагедии человека. И я так понимаю, как бы каждый может найти здесь для себя что-то свое, увидеть в этом рассказе, в этом монологе какие-то идеи, которые поймет там только он. We will leave twin vapor trails in the air, white lines etched into these rocks. Заброшенное место, конечно. Dear Esther, I have burnt my belongings, my books, this death certificate. Mine will be written all across this island. Who was Jakobsen? Who remembers him? Donnelly has written of him, but who was Donnelly? Who remembers him? I have painted, carved, hewn, scored into this space all that I could draw from him. There will be another to these shores to remember me. I will rise from the ocean like an island without bottom, come together like a stone, become an aerial, a beacon, that they will not forget you. You've always been drawn here. One day the gulls will return and nest in our bones and our history.
I will look to my left and see Esther Donnelly flying beside me. I will look to my right and see Paul Jacobson flying beside me. They will leave white lines carved into the air to reach the mainland, where help will be sent. В общем, я так понимаю, наш главный герой забрался на верх и спрыгнул. Не смог он жить без своей супруги. Не знаю, то ли он, может быть, полетел. Нет, ну, скорее всего, он, конечно, сейчас упадет и весь переломается. Ну, в такой момент лагать, ну ты что? Нет, смотрите-ка, он действительно полетел. Действительно, мне это напоминает произведение «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Очень красивая музыка, чудесные пейзажи и история человека, который заставляет задуматься, ну, во всяком случае, людей, которые хотят понять то, что происходит на экране. Если, конечно, воспринимать это буквально, то игра, возможно, скучная. Да, мы стали, я так понимаю, чайкой и воспарили в небо. Вот. Ух ты, сколько корабликов, а я вот их не заметила. Это он письма, я так понимаю, которые хотел ей послать, кораблики сложил. И, скажем так, его порывы, душа полетела прочь от этого острова. Это мои соображения, ребят. У вас может быть совершенно другое мнение по данной игре. Совершенно каждый ее может воспринимать совершенно по-разному. Кто-то скажет, что это за фигня такая, вообще как в это играть, это же скучно. Кто-то скажет, что очень много идей, которые непонятны людям с первого раза. Может быть, стоит как бы пройти еще по одному разу, и чтобы понять до конца весь сюжет. Но, я так понимаю, это еще не все, да? Я прошу прощения, я думала, это просто все. Ну, видимо, все. Просто у меня почему-то он пишет, что продолжить. Хотя, честно говоря, тут, по-моему, продолжать больше уже нечего. Все подошло к логическому завершению. Да, ходим. Да, мы прошли все с вами главы. Ну, что могу сказать, игра мне понравилась. В том плане, что заставляет все-таки действительно задуматься и успокаивает, как бы приносит какую-то пищу для размышления, что довольно для, в принципе, игр нынешних, которые выпускают, не характерно. Всех благодарю за просмотр, ребят. С вами была Оксида. Я надеюсь, что, ну, если не всем, то большей части тоже понравилось смотреть данный летсплей. И надеюсь, что, возможно, эта игра и вас заставила над чем-то задуматься. Еще раз всем спасибо за просмотр. С вами была Оксида. Всем удачи и пока.